В сирийском районе Восточная Гута началась эвакуация людей, которым необходима медицинская помощь. Срочный вывоз пациентов осуществляет Международный комитет Красного Креста и Сирийский комитет Красного полумесяца. По словам их представителей, эвакуация – результат длительных переговоров. Район был блокирован правительственными силами и находится под контролем отрядов сирийской оппозиции. Согласно данным ООН, всего в районе находится около 500 человек, включая детей и женщин, нуждающихся в помощи. К слову, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие и российские представители также работают над решением данной проблемы.